Привет! Добро пожаловать на подкаст «Молодежь». Я ваш ведущий Андрей, и со мной, как всегда, моя соведущая Катя. Hi, everyone! Katie here. Подкаст «Молодец» — это увлекательная программа учения английского языка и одновременно дает шанс узнать больше об американской культуре. That's right. Every week we will talk about a new subject. We will be speaking both in Russian and in English, and we'll be exploring many topics, big and small, about American culture. Привет, Катя. Как у тебя сегодня дела? I'm great. Thanks for asking. I'm excited to start the podcast today. Ну ладно, приступим. What are we talking about today? На этой неделе мы говорим о вулканах на Гавайях и Аляске. Ooh, that's a super cool topic. Or should I say it's a hot topic? Да, это очень классно. Вулканы на Аляске, ну, в штатах Аляски и Гавайях являются одними из наиболее активных и изученных в мире, каждая из которых обладает уникальным геологическим особенностями и историей, которые вносят значительный вклад в наше понимание вулканической активности и нашего мира. Let's start with volcanoes in Alaska. Alaska's home to over 130 volcanoes that have been active within the last 2 million years. Most of these volcanoes are part of a chain of volcanic islands that extend from the Alaska Peninsula to the Kamchatka Peninsula in Russia. The arc is part of the Pacific Ring of Fire, where there's frequent volcano activity. Да, Аляска является, ну, штатом, где там есть более чем 130 вулканов. Вот это да. И они были активны в последние 2 миллиона лет. Ну, как сказать, то есть по шкале нашей планеты это очень немного, но по сравнению с нашей жизнью это, конечно, довольно большой период времени. Большинство из них, они находятся как бы в цепочке, и эта цепочка является частью вот этого огромного Тихоокеанского, так называемого огненного кольца, где часто происходит вулканическая активность. А скажи, Катя, а в последнее время на Аляске были какие-нибудь взрывы вулканов? Yes, there was. An active volcano in Alaska erupted explosively in December 1989 and continued into 1990. This eruption is infamous for nearly causing a catastrophic aviation disaster. When the volcano erupted, it sent ash into the sky, and an airplane flying to Anchorage flew into the ash cloud, causing all four engines to fail. Да, я слышал об этом. Это, конечно, было фантастически. То есть самолет быстро потерял высоту, опустившись, ну, с около 25 тысяч футов до около 12. Буквально за минуты экипажу удалось перезапустить двигатели, и самолет успешно приземлился в Анкоридже. Конечно, эти события показали важность сотрудничества между вулканологами, метеорологами и авиационными властями для обеспечения безопасности полетов. То есть, как всегда, ученые должны работать со всеми, как сказать, разными общественными отраслями, чтобы гарантировать безопасность. Это, конечно, хорошо, что окончилось так. Many native Alaskan cultures have spiritual beliefs and stories related to volcanoes. These beliefs often emphasize the interconnectedness of humans, nature, and the spirits. Legends often describe how volcanoes were formed and how they shaped the landscape. These stories are used to explain natural phenomena and teach lessons about respect. Some native Alaskan cultures believe in spirit beings that inhabit volcanoes and other natural features, influencing the land and its people. Да, коренные жители Аляски, у них очень много традиций, связанных с вулканами тоже. И они продолжают делиться своими культурными историями и практиками, способствуя осознаванию и уважению к своему наследию. И усилия по сохранению традиционных историй и практики, связанных с вулканами, являются частью более широкого движения по укреплению культуры коренных народов Аляски. То есть они действительно думают, что разные духи живут в вулканах, и это часть их культуры и истории. Right. Modern native Alaskans continue to share their cultural stories and practices,
promoting awareness and respect for their heritage and cultural identity. Just like in Native Alaskan culture, in Hawaiian mythology, there are also stories around volcanoes. О, да, я слышал про одну богиню огня, называется по имени Пеле. То есть она и богиня огня, молний, ветра и вулканов. И ее почитают как создательницу Гавайских островов. Считается, что она обитает в кратере вулкана Килауза. История о Пеле глубоко укорена в гавайской культуре, и ее пересказывают от старших до младших и детям, чтобы опять сохранить культуру. И у них даже есть песни на этот счет и известные цветы, которые называются меле, про эту песню тоже. Stories of Pele and her interactions with other gods, goddesses, and humans are passed down through generations, teaching respect for nature and the power of the earth. Hula dances and chants often tell the stories of Pele in the formation of the islands, celebrating the connection between the land and the people. The respect for Pele in the land contributes to a strong sense of environmental stewardship among Native Hawaiians, emphasizing protection and preservation of natural resources. Да, гавайские вулканы являются частью вот этого гавайского императорской цепи подводных гор, образованной Тихоокеанской плитой, движущей над горячей точкой в мантии Земли. То есть они отличаются чуть-чуть от вулканов Аляски, и они характеризуются широкими пологими склонами, образованными потоками жидкой лавы. И это, конечно, мы можем видеть, если кто-нибудь когда-нибудь, слушатели, поедете или в Гавайи, или в Аляску, сразу видно разница между горами, которые и вулканами, которые в Гавайях, вот которые пологие, они как бы широкие, выходят из воды, и Аляски, где выглядят эти горы как будто бы скалы, которые прямо в небо выходят. То есть это, конечно, очевидно, когда посещаешь эти штаты. А ты была в последнее время на Гавайях? И когда там было вот в последнее время извержение? Там взорвалось что-нибудь? Oh, yes. One of the most active volcanoes in the world had a significant eruption in 2018 that changed the landscape and affected local communities on the Big Island of Hawaii. The eruption began in May 2018. Lava flows destroyed hundreds of homes and displaced thousands of residents. The eruption created new land as lava flowed into the ocean, generating plumes of lava haze, which is a dangerous mixture of steam, hydrochloric acid, and volcanic gas particles. Да, то есть совершенно недавно практически было извержение большое на одних из островов Мауи в 2018 году, и потоки лавы разрушили сотни домов и вытеснили тысячи жителей. Извержение создало новую землю, настолько много лавы вытекло, и поскольку она потекла в океан. И до сегодняшнего дня, как сказать, там идет стройка, чтобы опять возвратить дома и население, так как было перед тем, как был взрыв. Это, конечно, была большая катастрофа. Many residents experienced significant losses. But the eruption also showed the resilience and community spirit of the people of Hawaii. Local volunteers and organizations provided shelter, food, and support to those affected. One heartwarming anecdote involves residents who returned to their homes to rescue pets and animals left behind during the evacuation. Да, и несмотря на все это, гавайские вулканы, конечно, являются важной туристической достопримечательностью и привлекают много туристов и содержат большой частью экономику штатов Гавайев тоже. Геологическая служба США называется USGS. Это контролирует вулканическую активность и работает с гавайской службой, чтобы обеспечивать современные системы предупреждения и информации о безопасности. И эти системы тоже работали вот в 2018 году, когда происходил взрыв, чтобы предупредить всех жителей эвакуироваться во время прямо вот перед и вовремя взрыва, вот когда это происходит. While both Alaska and Hawaii feature active volcanoes, their types and eruption styles are different. Alaska's volcanoes are typically more explosive,
and Hawaii's shield volcanoes create more flowing lava. Both regions offer vital opportunities for scientific study, contributing to our understanding of volcanic processes. In both Hawaiian and Native Alaskan cultures, volcanoes are more than just geological features. They are important to the spiritual and cultural fabric of the communities. These cultural connections to volcanoes emphasize respect for nature and highlight the importance of preserving these traditions. Да, но вот теперь сложный вопрос, Катя, а есть ли на Гавайях или Аляске какие-нибудь продукты, связанные с вулканами? In both Hawaii and Alaska, volcanic landscapes influence the local food, but in different ways. So, for example, Hawaiian cuisine sometimes incorporates volcanic clay, known as sacred soil, and it's used in traditional food preparation methods, like cooking underground in earth ovens. Это, конечно, интересно. То есть в гавайской кухне иногда используется вулканическая глина, и она помогает создать особый вкус и текстуру блюд, которые готовятся в таких печах. Это, конечно, очень интересно. Also, Hawaiian black salt is very famous. It's made by infusing sea salt with activated charcoal derived from volcanic lava. The salt is used in Hawaiian cooking for its distinctive color and flavor. О, да, я пробовал гавайскую черную соль, это очень вкусно. Also, certain traditional Alaskan foods are made with ingredients that benefit from volcanic soils, like berries and plants used in indigenous dishes. These practices are influenced by the local environment. While the direct influence of volcanic activity on specific dishes may be subtle, the rich volcanic soils in these regions contribute to the overall quality of their local ingredients. Да, конечно. То есть понятно, что поскольку это вулканические регионы, то там почва очень, в ней много минералов, и продукты растут очень хорошо. То есть это, конечно, классно. Ты знаешь, Гавайи и Аляска, понятно, что штаты, которые входят в мой список, в мест, куда нужно навестить. Да, это нужно поехать. They're great choices. Good job today, listeners, and we'll catch you next week. Если вы хотите прочитать остальную часть истории, как всегда, зайдите на сайт www.molodets.ell.com. Там вы найдете полную историю и практические упражнения, а также дополнительную грамматику, словарный запас и видео.